Итак, всех приветствую на канале. Сегодня у нас Idle War. Наконец-то добрались до обновления. Давайте глянем, что сейчас здесь есть. И сразу вам скажу. Standoff 2. Слышали об, ну, о таком проекте игровом? Если не слышали, скоро запишу, выйдет обзор. Игрушка очень достойная. Порубаем, вспомним, как это было на ПК и как это есть. Некий аналог, наверное, Counter-Strike. Ну, в общем, увидите. Небольшую афишу вам дал. Так, ну мы по классике здесь скупим чуть-чуть. Вот эти фишки я, кстати, скупаю постоянно. Они нужны, так как в рулетку я люблю покрутить. Большое число ресурсов получить, ну и вообще в целом так кайфануть от процесса. Поэтому, о, сегодня радует здесь поле, фишки. Всем советую скупать. Ну а мы отправляемся в увлекательное путешествие, ивент, который посвящен ключам. В первую очередь. Опять же, за донат пакеты. Вот они, сокровища Вальхалы. У меня есть 68 ключей. Это должно быть очень здорово в плане выпуска. Ну и покажу вам, какие промежуточные награды. Все по классике. Вот это, кстати, я не знаю, что такое. Так, ну давайте выберем 300 брюлей и будем пытаться достать. Технология такая. Значит, бьем по углам сначала. И потом от центра идем. Ну, здесь... Еще. Поехали. Старт. В принципе, здесь я считаю неплохо. О, видали? Ну, это, за это лайк. Просто с первого раза. О, нифига. Видите, я вам говорю, по углам самое выгодное. Короче, есть определенный скрипт. Здесь. Где это может стоять? А, опять, смотри, в этом же углу. Ну, прикол. Значит, таким образом мы зарабатываем вот эти брюлики. Так, здесь где-то. Так, здесь сложнее. 40. Вот. Чуть выше. Ну, этаж я вам не гарантирую, что мы весь как бы пройдем. Но что-то будет. Пыль. Yeah.
центр. Во. Наверное, до 9 все-таки не дотянем. У меня такое чувство. Ну, может и дотянем. Подождите, 8 прошли. А, нет, на 8 мы вышли. Так. Тыкс, 10 ключей. Ключей. Ну где-то здесь явно. Я уж так чисто открываю, ни на что не надеюсь. Ладно, в общем, нормально мы 8 этажей прошли с вами. Теперь идем вот сюда. Вторая часть призывов. Синенький у меня уже есть один. Выпал, так сказать. Так, ну сейчас мы что, попробуем сделать. Может, что-нибудь типа такой комбинашки. В принципе, здесь. А вот с этим мы опять ключики получили. Давайте еще добьем тогда эти ключики и пойдем уже точно в эту всю комбинашку долбанем под названием призыва. Так, так, три ключа. Эх, не угадал. Ну ладно. Давайте сейчас сборку героев. А, призывы, древо. Ха. Так, сначала глянем, кого нам надо. Ну, все по классике. Рай, ад. Вывози. Ну, что такое? Пятерок нет. И нету пятерок. Зато есть ключи. Можем сегодня на ключах отыграть. Неплохо так. Ну что, 9 этаж, ребят, сейчас пройдем. И... я уверен, что будет какая-то плюшка. Так, 8 ключей. Да. Ой, 8 ключей. О, на самом последнем. Вообще, слушайте, шикарно получилось. А, как думаете? Ну, напишите, в общем, что думаете по этому поводу. Реально ли осилить? Так, ну а я думаю, что тут взять? Это беспонтовый. Блин, болванка. Но хочется взять вот это. Два ключа, всего два ключа. Я даже не знаю, где ловить. Ну, мы еще сейчас попризываем, конечно же. Призываем. Давайте пятерки откроем. 10 штук.
Так, считаем. Коричневая есть. Синяя есть. Фиола есть. Одной зелени не хватает. Одной. Все. Есть. Забираем. Получаем. Теперь рай-ад. Самое сложное. Герои рай-ада. У меня их вообще нету. Да? Нет, есть. Есть. Обманываю вас. Так, а рай? Рай. Что ж такое? А где герой рай-то? Ну, мы так не договаривались. Так, ладно, чего не хватает, чтобы пятерку сделать? А много не хватает. Троек нет, этого нет. Так, а где мы можем еще купить? Магазин, рынок. А, слушайте, подождите, ну-ка. Ладно, куплю, чтобы не заморачиваться. Геракл, все. Получаем некро. Ключи. Ну все, теперь идем сюда, у нас ключей очень много. Давайте сейчас попробуем. Так, финалочка. Нам нужны фрагменты, ребят. Так, где они могут лежать? Где они могут лежать? Так, так, так. Ну все, миссия выполнена. Так, ну здесь теперь... Ну я, наверное, взял вот эти свитки. Все же. Кстати, получаем карту. Давайте уж добиваем тогда. Сейчас. Тут уже награды-то огромные. А, ну все. Тогда будем заканчивать. Вот такой вот ивентик мы посмотрели с вами. Прошли миссии. Всех, опять же, благодарю за столь интересный просмотр, за участие в этом деле. Ну и, конечно же, подписывайтесь. Комментируйте, не забывайте про это. А мы уже 26 уровень апнули тем временем. Все. Всем пока-пока.